Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак приняла участие в выборах депутатов Госдумы России, Заксобрания региона и органов местного самоуправления. Она проголосовала в Петропавловске на избирательном участке номер 59. По мнению зампреда, от голосования камчатцев зависит будущее края и страны. Мы понимаем, что те люди, за кого отдадут голоса жители Камчатского края, будут формировать повестку нашей жизни, государственную политику, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, конечно, это очень важно определиться, кто именно будет представлять интересы жителей Камчатского края в Государственной Думе и в Законодательном собрании. Судя по количеству партий в бюллетене, конечно, выбор у избирателей есть. Достаточно большой круг политических сил сегодня претендует на места в представительных органах власти, Государственной Думе, Законодательного собрания. И, конечно, это возможность определить, какие приоритеты интересны для жителей Камчатского края. Выбор однозначно есть, и его нужно сделать.